прямо. А дальше я говорю, не наклоняйтесь над чашкой. А почему? Василий Великий сказал, всякое животное наклоняется к пище, скот, а человек подносит пищу к себе. А первое, стыдись, облака сегодня на стол. Стыдись, значит, он не стыдится, это бесстыжий. И сели. Ну, а я стою, а владыка там что-то говорит, потом, а его уже там подталкивает, дескать, смотри, уже Игнатий-то ждет, стоит. Ну, это тоже заснято было. Ну, я говорю, ладно, владыка. Он говорит, благословляю, две руки поднял, благословил, а я напротив его стою с этой стороны стола. Ну, я стал говорить на тему Евангелия от Иоанна 7:37. Идите ко мне, жаждущий. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Как сказано, ищи потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе Святом. Я говорю, что вот Ольга Николаевна Симоненко была, она подтвердит. Оля, подай голос. Так было? Так, Игнатий Тихонович. Так, ты тоже привезла. А еще тут я забыл сказать. С этим, которые обратно ехали, это нормально было? Да, слава Богу, нормально. Ну, вот она привезла, я издалека увидал утром, я вернусь маленько назад. И она, машина стоит, я подумал, наша, а она приехала, не наша машина-то. И с ней приехал там пятидесятник, ему 70 лет. Ну, я подошел минут 10, поговорил, и Господь ему открыл истину. И он стал готовиться к крещению, принять православие. 10 минут. Первый раз. Почему? Это стопроцентное доказательство, что я ничего не значу. Это Бог делает. В нужное время, в нужном месте. И жена-то его была рядом, я так не понял. Да, да. Вот видишь как, она с ним согласна? Да, Игнатий Тихонович. Ну, теперь еще к 11 июля привозите. Его учить не надо, он все знает, Библию знает. Ну, я ему все места, я не знаю, мне как-то открылось, а самые болезненные места, и они были отвечены в эти минуты. Он не говорил ничего, а вопросы как бы вставали. Так было? Да. Вот. Это Господь делает. Тут я ничего не могу сказать. Это, тем более, они мне хорошо известны. Ну, у него там нога или что-то болело. И там. Я говорю, си, стул у нас есть, посидишь. И вот даже один человек, и вот как. И это Тамара-то, которая тут как бы рассталась после первой встречи с нами. А тут она, и везде она была, и видела. А Елена с нею. И тоже стала готовиться к крещению. Она уже многое знает. Вот видите, как по пути еще двух человек нашли. Вот там Дворкин как стоял расхристанный, так и остался один стоять. Вы знаете, у него там, что обо мне сказал Андрей Кураев, он не знает, обо мне спрашивает, а он, ну чужой человек-то, как Александр Леонидович вроде его зовут, ничего не знает, ни Писания, ни... и стоит, его спрашивает о Лапкине, он, это, знаете, это смесь старообрядцев, дальше что-то он еще начал городить, старообрядцев и баптистов. Андрей-то Кураев сказал, что необыкновенная любовь к Библии, как у баптистов, и строгость служения православным, что, зачем, церковь тишина, это только у старообрядцев. Андрей сказал, и он стоит, ляпает, расстегнут, я вижу, он масон. Мне трудно доказать, что он не масон. И такой вид расхристанный. Я сегодня, мне говорят, вот он про вас опять говорил. Я смотрю, мне до того смешно. Здоровый дядька, паразитирует на теле церкви, ничего не делает. Учился в Израиле, в Америке. Прислали разлагать все. И патриархия его приутила, значит, им выгодно это. Но он был один на один. А мы куда ни повернемся, друзья, объятия, поцелуи, обнимем друг друга. И я подумал, испытание ему, чтобы он доказал, что он не от сатаны, дать ему щетки и сказать, или сказать, заведи щетки свои и проживи неделю, не нарушая семикратно в день на молитве и сто поклонной. Умрет, никогда этого не сделает. Никогда. Его паралич разобьет сразу. Неверующий человек, безбожник. И вот он учит других, нападает на свидетелей Иеговы. И они перестали быть свидетелями? Не перестали. А врагом ты стал для них и для всех. И он на меня уже это четвертый или пятый раз наезжает. И ничего нету. Он как был один и есть. Кто секта, не секта, тоталитарное вело. А мы этого и знать не должны. Мы должны знать, со Христом хорошо. Со Христом радостно. Он может показать архиереи, которые давали бы ему слово. Нет,
Он, мы увидели, как он причащается. Нет, ничего этого нету. Он землю облагораживает, как мы пруды. Нет. Новые люди находят Христа, каются. Нет, у него ничего нет. И поэтому мне ему отвечать нечего. Но в Потеряевку послали, как, где у него там главное логовище, пригласили его в Потеряевку. Вячеслав написал. Понимаете, вот нападает он, а мы никуда. Но что странно, о нем молитвы нету совсем. Это есть такие люди отверженные, за которых молитвы нет. Иеремии Бог сказал, не молись, я не услышу тебя. Я не знаю это, но вот Дворкин, за него молитвы нет, за Навального у меня молитвы нету. И вот его берут-то, Навального, я так и сказал, Алексей, и сразу из памяти уходит. Стирает Господь. Нет молитвы и нет поддержки. Это люди гнусные перед Богом, на мятежи, на митинги, а этот свои смуты здесь, они одинаковые, это два родных брата, ибо руководит им один и тот же дьявол. Эти люди абсолютно не от Бога. И абсолютные, стопроцентные враги церкви, враги государства. И они этого не понимают. А доказать лучше всего это. Если бы нам представили слово где-то, ну пусть даже по скайпу беседовать. Ну только условие одно, равное время, шахматные часы. Это я попутно вам говорю. Вот. А все это перед глазами стоит. А я смотрю только, столько людей подходят, обнимаются, целуют, братья, сестры. Он один, его никого нету. Ну, вспоминает, может быть, кто его поставил в Америке. Там. Он не профессор никакой. Все это обман. Уже показывали. Ничего нету. Совершенно голь перекатная. Я сравниваю с Навальным и этот одинаковые. Ни на какие митинги попутно скажу, не ходите, никуда. Это враги Отечества, свободы. Какая свобода? Он что-то даст. У него ничего нету. Войны нет у нас, нет. Держись за это. И вот нападает там на Рамзана Кадырова другое. Он щит поставил, ни взрывов, нигде ничего нету. Вам мало этого? Захвата заложников нет, мало? Новые Бесланы ждете? Я могу от этим людям ответить. И что нужно делать? Молиться семикратно в день. Вот как у нас ведут. Вот дорогая наша сестра Валентина Сергеевна Хапилина. А у них нету. Он не может показать ни одной сестры. Вот как Ольга Николаевна. А тут всех, которые у нас, братья наши. Вот пришел давно, он пришел, вот Анатолий сидит. А он уже и участвует во всем. И он уже не смотрит, что ему священник скажет. Он уже благовествует. Я уже не говорю здесь, которые совсем-совсем близко. Вот Каримов, Михаил, я тут всех-то не вижу. Вот. Это благословен Господь. И тут можно только пожалеть. У них ничего нету. Ну и архиерею я говорю, владыка, а мы вместе-то можем поехать в одной вашей машине? Возьмете меня? Он, Игнатий Тихонович, да конечно! Я говорю, нам, наверное, не хватит. Нет, беседа дня, кажется, сказал. Он говорит, не дня. Он сказал 26 или 16, или 6 что-то. Мне говорят, вроде 16 часов. Я говорю, не хватит нам беседовать. Искренние улыбки. И он сам уже на улице был. Ну, когда фотографироваться-то будем? Людей тут собрали, сколько было. Сфотографировались. Это фотографии будут. Я не фотографировал, но записано все будет. Встреча была радостная, торжественная. Ну и, конечно, главным украшением был митрополит Сергий Иванников. Почему он такой, я отвечаю просто. Такой он и есть. Но он много работал священником. Работал в Чехословакии, в Израиле, в Эстонии. У него опыт. А до этого был его харистов. Взяли из харистов, поставили. И вымели, послали на какую-то захудалую там Ельни, Елец или где-то. А этот, одна из богатейших, даже финансово, метрополия, Алтайский край. И, а тот все разрушил связи с государством. Везде пронатил губернатор, все поднялись, что убрали его. А этот приехал на развалины и все установил. Вот этот митрополит. Ну, что сделаешь? Вот Бог услышал наши молитвы, терзания, муки и прислал. Он как отец родной. Что-то там еще они говорили. Ну, я не знаю, за столом сидели. Я не слышал. Там что-то священник один, отцу Геннадию Фаст, он племянник, Михаил Фаст. Ну, он немец. Ну, и тут соскользнулось, что-то разговор зашел тут обо мне. Я говорю, вот вы немец, вот теперь вот я вам скажу, но я ему засчитал.
один стих. Я говорю, Зогат год гевелькилип, тастерсайнен анкипорнусгонгап, ауф тасали диран и глаубан, нихт ферлорн вернен, сонтер тасави галебан габан. Он говорит, а я не могу перевести. А это Евангелие от Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Я говорю, ничего особенного, живет в России, в гостях бывает, это же так. Я учился самостоятельно во время армии. Вот такое дело. Пришлось тут показать, что благовестие идет на всех языках. Я у немцев проповедовал самостоятельно за 6 месяцев. Бог дал знать язык. Английский, оказывается, за 4 месяца. Разговаривал и беседовал. Все это 50 с лишним лет назад было. Ну и тут как-то коснулось сказать, похвалиться Господом. Я говорю, у меня не было ничего. Это Божье. Поэтому себе приписать ни слова не могу. Ну и вот так вот. Гляжу, батюшка уже хватит. Ну и хватит, вышли, помолились. Я-то сказал, я владыке бы много еще сказал. Я выхожу на улицу, его не отстоит. Он говорит, а я жду сейчас, скажете мне. Да, владыка, я в машине. Так поехали. А там говорят, у нас машина-то уже и так полная. Я говорю, я не поеду, я попозже поеду. Но самое главное, отзыв-то какой. Владыка приглашает меня в машину, чтобы беседовать всю дорогу. Ну и опять улыбнулся, и все. День был прекрасный, наполненный. А потом экскурсию мы сделали. Пошли. Ну, и которые были, знают, туда. Мы опять же, я повел туда, где крещение будет. Игорь Добунов был. И тут, где крещение, тут льдом попортило, как спускаться, перила там свернуло. Он все установил опять. Ну, и теперь ждать только. Для нас 40 человек, ну, может, больше было, я не знаю. Для деревенского маленького храма на 10 дворов-то. Это уже наплыв народа. Это уже много. Но главное, новые, которые люди, говорят, да как это такая форма, два платка, да кто? Все до одного надели, никак. И это 30 лет, и ни одного возражения ни разу не было. Ни от кого. Корреспонденты с поисками сразу заходят, рубашку на выпуск. Это наш устав. Если корреспондент она, то два платка и платья до полу. А если она не знала? Рядом живет Елена Барабаш, учительница старшая. Она даст. И при храме там платки. Ну и дорога, ехали тут маленько. Рядом впереди Тамара сидела, а мы с Данилом сзади. Ну я говорю, а ну-ка найди. А это у нее такой телефон-то плоский, как лепешка, как ладонь. Я сказал, говорю, а ну найди. Меня спрашивают недавно, какой ваш самый любимый поэт. Ну я говорю, я вам скажу, а вы будете смеяться. Скажет, тоже мне избрал. Ну, все-таки. Ну, Семен Яковлевич Надсон, еврей, христианин, жил 24 года. Пушкин 37, Лермонтов 27, а это 24. Тогда называлась чахотка, туберкулез. Он умер. Стихи его. Я говорю, ну, поэма христианка есть. Он тоже нашел и читал, и сестры слушали. Вот. Я увидел-то, ну, я говорю, а ты найдешь там мои стихи? Они сразу нажали, книга моих стихов пошла. Надо же так, как много заложено в этот блин. Он, я его называю блином. Такие. У меня таковой, я в руке, он зажатый. Я его держу. Он. Если кто не видел, я покажу. Мне подарили телефон какой. Его нашла, не нашла, а это Елена. Гладыщук списан где-то, около 200 рублей стоит. Я никому не звоню, а мне можно позвонить. Вот он, я в ладони его забрал. Я за 8 месяцев никому не позвонил. Ну, можно жить и экономно. Ну, вот так. Поделился я с вами поездкой своей. Вопросы есть? Нету. Игнатий Тихонович, и всем благодарю за молитвы. Хорошо доехали. Да. Спаси Христос тоже. Мы тоже хорошо доехали. Никаких нигде происшествий. Я там маленько так задремал, как будто, а глаза открыл. И гляжу,
проезжает уже заправка с левой стороны. Я говорю: Лена, заправь машину. А она говорила, у нее все нормально. А она сразу развернула, и, ну, она, уже мы ее проехали несколько метров-то. А потом заходит и смеется. А как вы так узнали, что бензина? Да откуда я знаю? Я дремал, сидел. А почему именно это? Да не знаю ничего. А у нее какие-то накапливаются там баллы-то. Ее бесплатно зарядили. И она по этому вопросу спрашивает, а это... Ну, они от разных компаний, эти заправщики-то. И каждый себе перетягивает, и дает льготу какую-то. Умно так сделано, всем выгодно. Ну, опять заправились. И... Я говорю, не лихач, в прошлый раз ехали, она больше 100 километров все время держит-то. То ли 140, или под 160. Я говорю, ты что делаешь-то? Ну, не, я запрещаю, и больше так, больше 100 она не захватывала. А дорога-то хорошая. Вот так мы доехали. Так. Слава Богу за все. Такой у нас был день прекрасный. Ну все, если вопросов нет, отхожу. С Богом, благословенного дня. Аллилуйя. Спаси Христос, Сына Тихоныч. Всем так, благословенного дня. Да, если благополучно будет, я почему спасибо. Сижу в городе-то? Спонсор. Он больше 15 лет помогает. Все, чего прошу, помогает. Вот написал, 12 мешков муки нужно. Они будут. Вот столько-то нужно мне рожек, там 110 килограмм. Масло растительное 96. Все будет и из года в год. И опять такое-то совещание, это был свой консорциум у них. И она, директор это, Елена, и она опять сказала, надо помочь. И все, видимо, она большой авторитет такой, как я понял. И опять, и сказали, первого позвонили, привезут. Первого это завтра. Если до обеда было бы, то после обеда меня уже договорена машина, меня бы увезли до 10 октября. Ну, тогда на следующий день. Как раз Еленин зять этот, Андрюша. Ну вот все, с Богом. С Богом.